Здесь Тёмка Игроман, и мы с вами продолжаем третий эпизод финального сезона «Ходячих». Эта серия должна быть, по идее, последней, но и достаточно огромной. Если прямо она будет очень-очень-очень-очень-очень сильно огромной, то я разделю ее на еще одну серию, то есть финалка, финальная серия по этому эпизоду выйдет завтра. Но я постараюсь пройти сегодня. Я тут прошел вот эту бойню с мертвецами, пытался записать ее два раза, но там было все очень долго, пока я не догадался, как это нужно правильно делать. Ладно, все. Нашел свою маску. Смотри, должно быть лошадь. Ага. Че, охрана? Блин. Надо бежать. Опять? Эй, сюда. Эй, Джей, молодец. Эй, Джей! Нет, их слишком много! Телега! Если этот мутил шум их отвлечет! Ага, правильно мы сошли! Давай! Что-то надо нажимать! Конечно, надо! Давай! Палочки на телегу. Да. Интересно, они видят или только чуют и слышат? Не знаю. Ну слушай, они точно. Эй, Джей, ты в порядке? Yeah, no bites. Ага, укусов нет. Джей, я обратил внимание на то, что вы почти ходячих. Естественно, напад. Я знаю, что убить было бы их проще. Ты добрая, и я очень это ценю, правда? Really? Спасибо. Ваше отношение с Джеймсом изменились. Вот и маска. Маска чем-то мне напоминает из какой-то игры, по-моему, тоже у нас было. Такая же там что-то типа такого же лица была. Это фотка какая-то или что это? Спасибо, что помогли вернуть мои вещи. Итак. Как ходячие могут спасти ваших друзей? Их держат в плену на лодке недалеко отсюда. Мы не можем подобраться туда без прикрытия, иначе рейдеры нас пристреляют. Использовать ходячих как прикрытие, чтобы пробраться на лодку? Это же безумие. Это наш единственный шанс. Но мне нужно кое-что вам показать. Без вопросов пошли, чтобы ты поняла, что ты именно просишь. James. We still need his help, right? Нам все еще нужна его помощь, yeah, да? We do. Да, нужна. Ну что ж, нужна так нужна. Чё не имею против? Нужна так нужна. Ой, конечно, я... Не понимаю, почему Джеймс за них так этивается. Ну, то есть боится то, что ходячий. Ну, хотя он же шепчущийся. Ё-моё, здрасте, картина не очень приятная. Это сейчас камень пролетел? Да. It's safe. Можем идти. Ну, можем так идем. Конечно, техническая just составляющая здесь уродская. Еще чуть-чуть. Это что началось? Ё-моё, фризы начались. Вот о чем меня предупреждали. А я читал. Он то ли в ванне, что ли, там валяется? Следовать за Джеймсом. Да, реал, фризы, походу, начались. Тише, пассатижи, тихо. Так, сразу же давайте поговорим с Эйджеем. Что это такое-то? Взглянуть? А, это конюшня? Я думал, это типа какая-то церковь какая-нибудь. Ну, купол, потому что. Это конюшня. Второе предупреждение, второе... Самое это, предположение, что это? Я думал, что это хлев или сарай какой-нибудь. Это конюшня. Ну, от хлева до конюшни не очень далеко. Ладно, хорошо. Клем, что это? Это называется солевой язунец. Что это?
Salt Lake. Солевой лизунец? Фу, отвратительно. Естественно. Не лежи его, не трогай его, давай, давай, лизни его. Так, давай, допустим, не лежи его. Это вообще-то лошадь его лижут. Я не знаю. Ни в коем случае не лежи его. Вкус просто ужасный. Откуда ты знаешь? Ты его лизала? I don't know. Ну, не знаю. Клем, ты чё, облизывала солевой лизунец? Ну, по идее, его лошади же лижут, а не люди. Солевой лизунец, какой кошмар! Что это? А, это столбы с электричеством. Электростолб называется, кошняга. Ну, чё ты не определяешься-то? Заглянуть на опору ЛЭП. Must have had electricity here once. Тут определенно было электричество. Да ладно. Ну теперь его во всяком случае нет. Сейчас играю немножко в других наушниках, потому что те сломались. Просто у них, короче, вылетело одно ушко. И не знаю почему. Ну просто все, они теперь не работоспособны. Хорошо. Так, что отваляется? Лампа какая-то разбитая. Что это? Взять. Маска. Это маска. Какая к черту маска? А это фигурка типа такая, да? Да-да-да-да, у них какая-то, какой-то движ с этими овощами. Свекольник. Какой-то свекольник. Свекольник! Дружок диска брокколи из капусты. Кошмар какой-то. Я говорю, у них, короче, это движ какой-то с этими лизунцами, свекольниками, капустниками, брокколи. Ну давай, чё, всё, я всё вроде осмотрел. Ла. My people. Мои люди, мои бывшие люди, у них был обычай. Они называли его собирательством. Это когда типа собирают там ягоды, травы всякие. Раньше в древнем мире такое было. Ё-моё! Они мертвецов собирают. Че ты где-то я убил такой, нет? То есть тоже, короче, мертвецов собирали, не убивали их, а типа собирали. Типа они близкие люди, были что-то такое. И превратили в оружие. Я пытаюсь защитить их. Я знаю, что звучит странно, но за этим я вас сюда и позвал. Хочу, чтобы вы увидели их моими глазами, как людей. Как людей? Ну, не совсем людей, конечно. Но... Что-то среднее. Офигенное объяснение, Джин. Часть нас все еще где-то там. Нас? Где-то глубоко внутри. Это невозможно доказать. Звучит ужасно. Хотела бы я в это верить. So few of us die anymore. We turn. Not dead, не мертвые, не живые. I wish I could see it that way. Хотела бы я в это верить. It'd be nice to think that приятно было бы думать, что все, не, что все не совсем умерли. In a way, в каком-то смысле они просто... Заблудились? Что он сказал сейчас? Ты правда думаешь, что в чудовищах живут люди? Somewhere. Раньше я тоже так думал. Think about it this way. Подумай вот о чем. Какие тебе люди превращались в ходячих? О, затронули. Ли, друг Клем. Она застрелила его до того, как он обратился. Sorry. Извини, maybe this так wasn't тебе the объяснить. Best way to explain. Вот именно, не очень. Didn't mean to bring up difficult memories. Не хотел бы быть плохие воспоминания. I lived among walkers for years. Я годами жил среди ходячих. Still do, в каком-то смысле живу до сих пор. When they're alone, вдали от нас, они безвредны, невинны. Innocent. If you want my help, если хочешь, чтобы я вам помог, I need you to try попробуй and walk with them. Прогуляться среди них. Tell me, if you really попробуй, потом еще попробуй потом раз тебе сказать. Они просто монстры. They are они просто монстры. They're not people. Они не люди и не друзья. Клем. Клем. She'll be safe. С ней будет все хорошо. Теперь, если что, ты перестанем. Так, спаси меня, если что. Допустим. Самое стрельное. Если дела пойдут плохо, ты меня спасешь, договорились? Договорились? И я. Да. Я всегда приду себе на помощь. I'll always protect you. I know you will. Я знаю. Ну?
Первое правило. Мы не ходим поодиночке. I'm not leaving you. Я тебя не брошу. Сейчас вернусь. Find the exits. Ищем выходы. I will. Да. Remember to breathe. Не забывай дышать. I will. I Хорошо. Promise. Так и сделаю. The mask will disguise your scent. Маска не даст им тебя унюхать. Веди себя тихо и аккуратно. Touch the wind chime. Тронь колокольчик. Смотри, колокольчик. Коснись ветряного колокольчика. Какой кошмар. Я хожу тут как робот. Медленно. Хотя тут так и надо. Чтобы ничего не случилось. Они как бы не понимают, что как бы сюда люди заглядывают, двери открывают, что они тут заперти. Как бы нет. Короче, просто идем вперед. Тут возможно проиграть? Надеюсь, что нет. Что сейчас было? Тихо! О, тихо, бейте! Баб какая-то за нас приглась. А куда бежу? Или что это? Это не колокольчик. Такие на двери вешают. Типа то, чтобы слышать, что кто-то заходит. Тихо! Вот это колокольчик! Да, китайского колокольчика, допустим, давай. А, это надо быстро нажимать, понятно. Ты аккуратней, слышь, рукой-то. Рука-то у тебя человеческая. Нажал. Фу, какой коснулся. Типа они все на этот звон соберутся? Че из-за такого? Они всегда приходили на звуки. Не понимаю, так сказать. Того, что Джеймс нам говорил. Руки просто спрячь сюда и все, чтобы они тебя сзади не заметили. Не, ну мало ли они могли бы... Хотя это же ходячие. Кадры красивые. Действительно, кадры красивые. Не глаза, не в глазах видно. Они, конечно, все уже, это... застеленные, как катаракты у людей бывает. Глаза просто застилают белой пленкой. Не спрашивай, откуда это знаю. Вот. Они как бы там, среди них, отчетливо видно человеческие глаза. Прям отчетливо видно. Зрачки там. Яблоко. Ладно. Эй, привет, малыш. It's all right, I'm fine. Все хорошо, я в норме. Видишь? No bites. Никаких укусов. No bites. Никаких укусов. So. Ну что? Все еще думаешь, что они просто монстры? Как бы то, что они на звук, я обращаю внимание, я это знаю. Может, не просто монстры, допустим. Мне кажется, ты прав. С ними не все так просто. Kind of возможно, nice они не так просты, как я думала. Really? Серьезно? Never met someone ты who первая, understood. Кто согласился. It's... И... Thank you. Спасибо. Я рад. I'm glad. Ну и хорошо. Have you ever killed a walker? Ты когда-нибудь before? Убивал ходячих? I have. Убивал. Many. И не раз. Have you ever killed a person? А людей ты убивал? Many. Убивал. But that was a long time ago. С этим покончено. Пацифист, короче, он. Находящих не людей теперь. Я тоже кое-кого убил. Эй-Джей. You've killed someone? Ты кого-то убил? But I was justified. Он это заслужил. I see. Ясно. That's enough. Хватит. Что с ходящими? Are you going to help us save our friends? Типа, можно спасти друзей? Все скажут нет, прикинь. I thought I could. Я собирался, но не могу. Слишком много ходячих умрет. Да, в смысле? Жизнь ходячих человеческих, у этих людей есть имена. У этих ходячих есть имена. Ты все равно... Тебе все равно, что здесь твое имя. Так. Давай уточним. Если бы тебе пришлось выбирать между человеческой жизнью и ходячего, что бы ты выбрал? Walk?
Ходячие мирные. Люди, я... Мои друзья живы, не вроде того и не может быть. Их схватили, и они испуганы. Им нужна моя помощь. Наша помощь. Джеймс, давай не будь тряпкой. Ну? Может, я ее прямо, но сердце у меня есть. Конструктивные диалоги вообще. Эти рейдеры жестоки. Они заставляют всех быть такими же. Ну вот, у тебя есть стимул нам помочь. Если твои друзья хоть немного похожи на тебя, не сомневаюсь, что их стоит спасти. Во-во. Поможет, значит. Отлично. Потребуется время, чтобы перевести их через лес к берегу. Их будет все больше и больше, пока они наконец ничего... Это ты вот те, которые у тебя в конюшне, ты будешь играть. Завтра ночью. Будь готова. Обратной дороги больше нет. Интересно, все те, кто в хлеву, фу, как он в хлеву, в конюшне пойдут. И как бы много, но их не хватит на то, чтобы даже, мне кажется, до выхода дойти. Перестреляют сразу же всех. Клем, когда ты сказала, что там могут быть люди внутри ходящих, ты это серьезно сказала? Я верила в то, что говорила, я сказала, вот, конечно, это неприятно говорить, но на самом-то деле я говорил то, что он хотел услышать, чтобы не обидеть человека, иначе он бы вообще разочаровался и не стал нам помогать спасать друзей. Действительно. Ходячие. А это просто ходячие мертвецы. Все. Это не люди, и то, что умерло. Те, кто умерли, живым быть уже не могут. Ну, это понятно уже. Они умерли, но не до конца. Поэтому все же я сказала то, что он хотел услышать. Давайте я это выберу. Это будет правдивее. Честно говоря, я сказала то, что он хотел услышать. Ходячие. Это просто ходячие. Вот именно. Так ты соврала? Без его помощи нам не спасти друзей. То есть иногда приходится врать. Эйджей узнал, что лошадь на поле. Давай, Эйджей, вернемся, пока совсем не стемнело. Вон последний... А, их там... Значит, их там немало. Хорошо, вон там последний ходячий выше. Ну, пока интересно. Действительно, вот то, что сейчас было, это уже интереснее, чем все, что происходило в предыдущих двух эпизодах. Вот то, что я видел в первом эпизоде 100%. И во втором то, что я полностью видел весь сплошной второй эпизод. Это действительно, это лучше. То есть, как бы, силы Skybound и разум Тейлов, остатки Тейлов, помогли сделать лучше. Действительно. Как говорится, к силе мозгов. И вот, пожалуйста. Именно это и есть. Я не знаю, вот если такая, тут очень все хреново с технической составляющей. Очень все плохо. Если бы я играл с джойстика, я бы зашился уже. Благо, он у меня есть, конечно, но я не буду их подключать вообще ни под каким. Ни под какой причиной я не буду подключать. Я еще не видел никого похожего на Джеймса. Ну, то есть он крутой, не такой, как ты, конечно. Он не убивает монстров, но и не боится их. Он крутой. Руби. Слушай, Клем, Уилли поделился со мной планом. Как дела с тем типом? Ты про Джеймса? Он согласился помочь. Если мне кто-то сказал, что мы полезем на лодку, прячемся от ходячих, я бы назвала его сумасшедшим. Зачем они тебе? Ну что ж, я просто хотел устроить последний фест перед большой дракой. Плохое слово? Это неплохое слово. Нет, так называется большая вечеринка. Хорошо. Знаю, странно устраивать вечеринку, но нужно как-то взбодрить народ и поскорее. Другого шанса может не быть. Я хочу приготовить им чай. Можно вложить того мне свой нагреватель? Что мне делать? Нужно помочь украсть старую музыкальную комнату. Сделаешь нам какую-нибудь яркую висюльку? Ладно, я буду художником.
I'm gonna make the deck. Я сделаю доки дико. Decoration. Декорации. A decoration. Декорации для вечеринки. Okay, I'll get the heater. Ладно, я за нагреватель. Разместите коллекцион. Предметы перед уходом, чего? Полка пустая. А где размещать-то? Да, свекой, вот тут. What's his name? Как его зовут? Beatnik. Свекольник. That's забавно. Funny. Do you even get what the joke is? Ты понял шутку? No. Нет? Есть чисто тоже. А чем прикол? Типа, свекольник? Типа, его ник свекольник? Хотя, черт, я не буду вдаваться в подробности, может, это даже не то, о чем я думаю. Поэтому просто не буду вдаваться в подробности. Вообще-то, мы во втором эпизоде все это брали. То есть, как бы, какие-то, что-то да у нас было. Какие-то декорации, по-моему, у нас были какие-то декорации. Но... какие же вы декорации, алло, коллекционные предметы. Они были, по-моему, у нас во втором эпизоде. Но так как я игру переустанавливал, то есть у меня ее не было все это время, то, скорее всего, на это и повлияло. Хорошо. Кофеварка, по-моему, там была. Клем, okay, я все, посмотри. Одну секунду. У вас есть кофеварка, Руби хочет приготовить чай. Почему начал коверкать слова? Так, поговорить... Да что, пу! Поговори с Джейм. Эй, you're getting better. Эй, у тебя получается все лучше. Скоро научишься рисовать не хуже, чем Тэм. Ну, не знаю. Он очень круто рисует. Something wrong? Что-то случилось? Эй-Джей? Эй-Джей? I was just thinking about stuff. Я пока рисовал, думал кое о чем. А чего? There are three kind of eyes, Clem. Есть три вида глаз, Клем. Ого. Oh, yeah? Правда? There are live people eyes. Глаза живых людей. У нас такие. Then there's monsters eyes. Глаза монстров. Мутные и водянистые. Other times, хотя иногда у них и вовсе высохшие. And then there are live people eyes. Есть глаза живых людей перед смертью. Like you did to Abel. Когда ты убила Абеля. His eyes look мне, like мне показалось, будто ты погасила искру в его глазах. Он был злодеем. Знаю, не стоит о нем говорить. Ты хороший, Джей, не распускай стопли, слишком много смертей. Ты хороший, Джей, просто. You know what, AJ? Вот что, Джей, в твоих чувствах нет ничего необычного. It makes you a ты good просто person. Хороший мальчик. Am I good? Я хороший? I wish what we did felt good. Вот бы раз, вот бы радоваться тому, что я хороший. Like так этого не хочется. I'm getting real smart. Я становлюсь по-настоящему умным. Is that right? Вот как? Yes, because I'm always thinking. Потому что постоянно думаю. Okay, what are you thinking? О чем ты сейчас думаешь? Right now. You getting bit? Turning как into тебя укусят? Как ты превратишься в монстра? Ого. Yeah. Ага. Чем я старше становлюсь, тем чаще об этом думаю. Why? Не знаю почему. What happens then? И что потом? Anyone can get bit. That matters. А мне придется тебя слопать, этого не будет. Inside or давайте будем прямо стойки. Пусть Эй-Джей будет уверен, что этого не будет. Happening. Этого не будет. You don't know that. Куда ты знаешь? No, I don't. Не but знаю, но в ближайшее soon. Время это точно не произойдет. You don't know that either. И этого ты тоже не знаешь. Ты просто чего сделаешь? It does something weird to my stomach. И у меня это, у меня этот желудок. I'm gonna get the dookies. Будто сейчас проснет. Как вы сделаете, я не понимаю. Эй-Джей, я хочу, чтобы ты помнил наш разговор. Do, о том, что нужно сделать happens. В таком случае. Listen to me. Послушай меня. If I get bit, если меня укусят, ты... Да? Shoot. Застрелишь. Нет. No, I'm not gonna do that. Нет, не буду. Эй-Джей, ты обещал. Мне все равно. I'm not gonna shoot you. Я не застрелю тебя. If you get bit, если I тебя укусят, укуси меня. What? Чего? Be alone. Я не хочу остаться один. Please don't be mad. Пожалуйста, не сердись. You, not with me, Clem. Я не смогу жить без тебя. Ты сильный. Хорошо, хорошо, допустим, давайте. Я не знаю, что это будет. Don't make me. Okay. Ладно, раз уж ты просишь. When I turn into a monster, я когда я стану монстром, я укушу тебя. Really? Правда? Like, so еще hard. Как укушу. Be serious, Clem. Не шути, Клем.
You can't break promises, AJ. Эй, Джей, слово надо держать. Во-во. No. Знаю. You're not letting this go, are you? Всё, ты ещё не закончил, James, да? Said... Джеймс сказал, guess not. Похоже, нет. That we could be around more monsters. Что если ты станешь монстром? Like on the inside. Что у тебя все равно останется? Что-то тебе все равно останется. Если тебя укусят, а потом ты укусишь меня, мы останемся вместе. Просто это будет немного другое вместе. Кажется, Джеймс не в себе. Мы не знаем, правда. Так, мы не знаем, правда это или нет. Допустим, Джеймс прав. Монстр остается часть того человека, кем он был раньше. Но дело не в том, что никак это не доказать. А раз доказать нельзя, то и полагаться на это тоже нельзя. Эй, Джей запомнил это. Можно мне в патруль ненадолго? Перед вечеринкой. Конечно, давай. Будь осторожен. У него патроны есть! Привет, малой! Привет, Луис, я иду в патруль. Просто так, типа, да? Так что, ходить в патруль теперь модно? Да, патрулировать очень модно. Типа у нас же с ним любого на линии идет. I was wondering. Вот не знаю, не выходит из головы. You shot that raider who grabbed me. Не застрелила рейдера, который меня схватил. Ты застрелила рейдера, который меня схватил. Но ты же видела, что они схватили Вайлет. Значит, ты могла спасти ее вместо меня. Why? Почему? Почему ты выбрала меня? I mean. Ну, то есть, я бы себя не выбрал. Так, ну давайте, раз уж так началось, ты продолжим. Я не могла позволить им тебя схватить. Я не хочу тебя терять. Я знаю, что постоянно ее подкалываю. Все стараюсь, чтобы она закатила глаза. Ну, знаешь, как она это умеет. I do it because. Но я так стараюсь только потому, что когда мне упрямо удается ее рассмешить, то оно того стоит. If I needed her, she'd be there. Когда она была нужна, она была тут готова. Со стаком в руке всегда была готова порубить моих обидчиков. Hey, we're going to get them back. Hey, Луис, мы их вернем. Yeah. Да, блин, так и будет. Hey, Клем. Привет, Клем. Ого! Ой, блин, я не успел нажать. Утик, где ты это нашел, этот мяч? Он был в куче мусора позади одного из рейдж. Пришлось его надуть, и было противно. Зато теперь он прыгает. И на этой ноте... И я удаляюсь. It's cool, right? Super cool. Так, круто. Что это было? Теперь мне. Брось мяч обратно, меня к нам ведем. Брось мяч обратно. You're terrible. Руки, крюки. Hey. Эй! Даже мяч немного покидали, какие? I love you, Клем. Я люблю тебя, Клем. I love you back, kiddo. Я тоже тебя люблю, малыш. Okay. Ладно. Get ready to go. Пошли, что ли? Sounds like they need похоже, нас ждут в музыкальной комнате. Okay. Хорошо. Ты мяч тоже будешь брать мяч-то? А его нет, ты мяча кого? Такие вот дела. У меня ж вода тут. Я попью, вообще в горле пересохло. Надеюсь, этого было не слышно. АСМР, прикинь? АСМР. Ходячие мертвецы. Ага, сразу же пошли. Блики. Да-да-да. Помехи, блики, все что угодно. Все то, что должно пойти, то пошло, да? Looks like things are coming да, пошло, пошло, я в курсе. Yeah.
вы двое, раз вас видеть, нам нужно подумать об освещении, музыке и какой-нибудь надписи для этой штуковины. Раз все равно помирать, то хоть повеселишься напоследок. Музыки? Ты будешь всю ночь играть на пианино? Нет, разумеется, я тоже хочу развлекаться. Не понимаю. Пойдем, я покажу тебе одну волшебную шкатулку. Музыкальную что? А что за банки? А, это типа банки освещения, да? Выбрать сумка с сумка с кирпичами. Хорошо, допустим. Рисунок Эй-Джея. Выбор проигрывать. Слева направо начнем. Вытащили старый граммофон директора, чтобы можно было слушать музыку. Выбор невелик, но нам хватит. Кантри. Джаз, классика. Может, кантри выберем? Кантри прикольная, действительно. Классика прямо, чтобы на расслабон. Хотя, типа, джаз, я знаю, как минимум две прикольных песни. Давайте джаз, короче. Just tell me what you wanna listen to. Wouldn't happen to have any good jazz records, would you? Надеюсь, у вас есть хороший джаз-пластинок. О, да, наш старый учитель по музыке любил такое. Pretty cool guy. Был крутым мужиком, пока всех нас не бросил. What's jazz sound like? А на что похож этот джаз? It'll make sense when you hear it. Ты не прав. Look, check this out. Смотри, поворачиваешь этот рычаг, играет музыка. Какая захочешь. You want. But how? Но как? Well, that... Ну, понятия не имею. Проще показать, чем рассказать. Ну же, не бойся. Хорошечно. Теперь выбираем освещение. Конечно, освещение. Подсветка задаст нашей вечеринке подходящее настроение. И никак не могу решить, какой цвет выбрать. Зеленый успокаивает, но пурпурный тоже ничего. Давайте по... Крас зеленый пурпурный. Как бы красно-зеленый-то уже... Изъезженная, то есть заезженная тема, а пурпурный, мне кажется, будет прямо в самый раз. Something to complement that, maybe. Мой отец любил пурпурный цвет. Я читала, что это королевский цвет. Это явно не про нас. I'll make it happen. Все будет сделано. Пурпурный, допустим, и рисунок Эй-Джея на растяжке должно быть что-то быть что-то написано. Не совсем, хотя это что-то вдохновляющее. Хотя можно и покороче. Здесь не так много места, кажется. На той стороне, мы с вашим друзей. Ну-ка, Эйка, Эй-Джей! Или... Давай, Джей, допустим, что-то позитивное должно быть. Эй-Джей, может, есть у тебя какие-нибудь идеи? Да ладно, у меня есть идея, это будет сюрприз. Обещаю не писать одни ругательства. Мне нравится, попросим Пена написать этот девиз на одной из его костей. Я думаю, что фест будет что надо. Блин, текст субтитров сочетается с освещением, это очень хреново. Кстати, Вилли просил тебя зайти. Он в кабинете Марлона. Сказал, что он приготовил сюрприз вечеринке, но хотел сперва показать его тебе. Эй, Клем! Клем, смотри же, я нашел кучу книг про корабли. Да это много потрясного про пожары на кораблях, взрывы. Все повсюду. О чем ты? Я придумал, как можно хватит потом от нашей школы, чтобы они больше никому не навредили. Мы взорвем лодку. Это единственный способ не дать ему вернуться. Мы можем погибнуть. Мич бы одобрил. Я чую бомбы. Besides, так, right, мы you все know? Можем погибнуть. For Mitch. I don't wanna, я не хочу огорчать тебя, но, возможно, мы поплывем на этой лодке спасать наших друзей. Пожалуйста, не погубивте нас. No. I mean, что? Yeah, нет! В смысле, да, нужно разобраться еще кое с чем. Ты не волнуйся. Я позабочусь о том, чтобы все успели покинуть лодку, прежде чем будет жить. Проверь, когда эта штука рванет. Поверь, эта штука рванет. Ладно, всем приготовить к вечеринке. И да, Клем,
Прости за тот случай, что обижал Тена. И Джек был прав, я не должен был это говорить. Я не собирался так злиться. Знаю, он и виноват. Это очень мило, Вилли. Но скажи это Тену, а не мне. А типа Вилли-то на этом не... в этом всем не будет? О, даже Рози пришла, прикинь. А Вилли-то что, изучает? Там написано «Паключок». Вау! Ух ты, Руби, как круто! Спасибо, But дружище. Без тебя я бы не справилась, но подожди, пока не увидишь все, что я сделала. Иди, тусуйся. Я скажу, когда все будет, когда будет пора. Пожалуй, пообщаюсь. Смотрю, вы быстро работались. Да, Вилли попросил меня помочь ему с особой затеей. Well, that's good to hear. Я правда рада это слышать. Она готова? Готова, Клем. It'll work. Она сработает. Actually, вообще-то, я подумал, может, нам как-нибудь ее назвать? Something cool. Как-нибудь прикольно. I mean, да, обязательно. I think it deserves a name. Yeah, в смысле, да, нужно обязательно как-то ее назвать. I thought you'd make fun of me, я думал, ты будешь смеяться надо мной. Точно, давайте, ну, дадим имя этой засранки. Вилли-младший шедевр Митча. Месть Руби. Давайте назовем ее шедевр Митча. How about Mitch's masterpiece? Yeah. Да. I like that. Мне нравится. Mitch would have too. Okay. Mitch тоже settled. Ладно, решено. Конечно, с Митчем у нас было все натянуто. I found нашла. Чуть такое, коробка-то. 3 с плюсом. Okay, Clementine. 13-0. Вообще, Клем, это наше официальное психологическое заключение и отчет о нашем поведении в Эриксоне. Okay. Хорошо. I don't get it. Не понимаю. Well, these что ж, малец, здесь написано, из-за чего нас всех отправили в эту школу. And how we got stuck и про то, как мы продолжили себя вести как придурки, когда оказались здесь. What's the game? Так, в чем соль? Я решила, что раз уж мы все решили стать смертниками, то тебе стоит узнать, кто мы на самом деле. Я буду зачитывать отрывки из того, какими нас видели взрослые. А ты будешь угадывать, кто подходит под описание. Не, ну я постараюсь читать про тех, кого ты знаешь. Начнем с этого. While otherwise a remarkable несмотря на свою высокую успеваемость, пропуск постоянно испытывает приступы гнева и неконтролируемое желание самого сделать преподавательского состава. Подожди, на хорошую успеваемость, то есть приступы гнева, то есть она могла типа отоварить преподавателя. Это не Руби или часом? Нет, это было бы бредово, если бы она свое досье зачитывала. Ё-моё. Мне кажется, это либо Руби, либо Луис. Это все идеально. Ну, смотри, Руби нормально было по биологии, то есть я помню это. Действительно, по биологии, правильно. Я помню это. Так что, ну, хорошо, допустим, все равно нас за это не осудят. You know what, Ruby? Знаешь что, Руби? Уверена, что ты считаешь свое дело. Вау, как ты догадала? Серьезно? Тебя выдали твои рыжие волосы. Когда я только познакомилась с Руби, она вся такая... Вот, да, понятно. Я же извинился. Когда наша дорогая Руби Попка здесь появилась, то она оказалась той еще злюкой. Однажды она гонялась учителями по домовому вот такой вилкой для барбекю. Да ну, я уже исправилась, дружок. Ребят, хотите знать, почему меня сюда отправили? Чувак, нет! Какой кошмар. Вилли, говорю ты за всех собравшихся, никто не хотел об этом знать. Что это значит? Ни слова. Впрочем, можем послушать что-нибудь другое. Кажется, мне нравится всякая музыка. Вся идеально.
Поставь кантри. Классика расслабон. Расслабонный, кажется, хорошо будет. How many? Sure, we've heard enough of this. Согласна, хватит нас этого. Поставь что-нибудь из классики. Что-то все грустные стали. Не думала, что мы столько их потеряли. Помните того Джастина? И Терезу, и Джаспера, девочку с цветными брекетами, Джоуи, Мэдди, Ламара. Эрин. Эрин. У нее были брекеты. Алекс, Дьюти, Трей, Стефани. Блин, сколько же нас погибло? 34. Чё дело? Да чё дело? Босье. Чё это? Violets. Violet. Марлон. Фу, Марлон. Марлон. Should we read it? Прочитай мне. I could tell you guys my story. Давайте я расскажу лучше свою историю. Почему меня сюда отправили? Блин, я хочу Violet послушать дело. Only if you want. Ну, раз уж ты просишь, она не очень. А, только если ты сам это захочешь, неважно, кем ты был. Давайте, я хочу тебе дело. Какое дело? Досье Вайлет послушать. Person, you are right now. И неважно, мне важно только то, как идеально. Неважно, что тогда до этого она была в прошлом. Сейчас это совсем другое. Да почему в женском роде-то? Hey, I've got an idea. Че, у меня есть идея? You guys remember when... Помните, раньше, когда нам было страшно, Мини пела, чтобы мы не падали духом. Of course I remember. Помню, помню. Мы еще сочиняли вместе с ней песни. Could you maybe может, ты мог бы сыграть для нас? Будь Вайлет здесь, она бы спела, но... Yeah. Да. Yeah, да, да, to. Тен, с удовольствием. Ну давай, Луис, послушай. Чего ты нам сейчас нам сбрыкаешь? Ой. Между прочим, времени не очень много прошло. 42 минуты, нормально, в принципе. Я хотел послушать досье Вайлет. Это для тебя, Мини. Сейчас будем петь. Я хотел послушать досье Вайлет. При таком раскладе я мог бы этого Луиса послушать. Еле слышно музыку. Я прибавлю себе звук. У вас останется все так же. Я в системе убавил, прибавил. Тройка с минусом 13, двойка с минусом. Чего? А Иже нравится музыка. Я как понял. Что в итоге вообще как бы этот движ, вот этот вот Fate Made, звезды, это, короче, это было все для того, чтобы поднять настроение людям. В итоге вообще все еще хуже стало. Чем грустные. О, AJ-евский рисунок повесили. Повешали. Все грустные, ты посмотри. Еще хуже стало. Тен вообще, он в истерике. Или тоже. Собака даже уснула, смотри. Это если что в игре, это не я.
Это не конец, под поезд какой-то. Поезд? Чего? Какой поезд? Это звук поезда? Какой поезд? Алло? Алло, вы не перепутали ничего? Поезд это, они как... Это реально поезд. В смысле? Да ладно, ё-моё! Hey, sweet pea. Привет, кроха. Ли? Офигеть, это Ли! Ничего себе! Ничего себе, молодцы! Что всунули это? Неплохо. Почему вы на поезд? Ты всегда выбираешь поезд. Не знаю. Наверное, потому что здесь все началось. Я подубавлю немного опять. Место, где ты научил меня стрелять, стричься. Научил быть готовой ко всему, что же впереди. Ты была способной ученицей. Это типа, смотри, это типа те времена, когда Ли еще был жив, когда Клем еще была маленькой, но, типа, от лица Клем говорит уже взрослая Клем, то есть, когда вот это уже все уже произошло, я как понял. Что он думает? Да, это Ли, офигеть. Хорошо вообще, что это сделали. Я волнуюсь, Ли. У меня зависит куча народу, и я не знаю, правильно ли все делаю. Oh, I know that feeling. Мне это знакомо. You know, I was making it all up. Ты же не знаешь, что я, ты же знаешь, что я импровизировал, да? Конечно, я не мог. Я не знаю, что, ну, допустим. Я никогда этого не замечала. Мне казалось, что ты всегда знаешь, как правильно поступить. Ну да. Мне везло. Удача в этом деле очень важна. Отлично. Я восторг. Сейчас она бы мне не помешала. Не расскажешь, что стряслось? Я нашла новую группу. Столько их уже было раньше, и вчера все разваливалось. Но это какая-то... какая-то другая. Она мне нравится. Я почти как дома. Это хорошо. А дому бывает очень сложно. Но мы попадали в беду, Плохие люди захватили моих друзей в плены, чтобы вернуть их. Остальным придется рисковать жизнями. Ты справишься. Что? Что бы ни случилось, ты справишься. И вытащишь друзей из любой предряги. Откуда ты знаешь? Я это чувствую. Ты умеешь выживать. Клементина, которую я помню, с этим справится. Чего? Я же выжила. Не успею, не успею. Никогда не сдавайся, Клементина. Представь только, как себя чувствует Вайолет, зная, что ты вернулась из пути. Да, правильно. Ты вернулась ей, ты вернула ей надежду. О, ты же знаешь, что когда-то... Тебе было страшно, когда ты не шлась на пролом в ранчо Маккарти. Но ты же с этим справилась, да? Тогда было иначе. Тогда я была одна. Ну, теперь ты не одна, Клементина. И это отлично. Они сражаются вместе с тобой. Из-за тебя и ради тебя. Возвращайся, когда вытащишь их. Ладно? Целости и сохранности. Как тебе эта идея? We can talk about happier things, if you know of any. Если ты подумаешь о чем. Ли? Ли? I miss you. Я так по тебе скучаю. I wish you were really here. Все бы отдала, чтобы снова тебя увидеть. Чтобы ты снова был рядом. I miss you too, Клементина. Я тоже по тебе скучаю, Клементина. Но штука в том, что я всегда рядом.
Thank you, Lee. Спасибо, Ли. От разговоров с тобой мне всегда становится немного легче. I meant to ask. И вот что хотел спросить. Как там мальчик? He's good, Lee. Он молодец, Ли. Like тебе бы он понравился. I bet. Не сомневаюсь. Уже научила его стрелять? You have no idea. I guess the world got pretty hard. Да уж, мир стал жестче с тех пор, как я его покинул. Неудивительно, что и дети в нем теперь жестокие. You're in my shoes now. Ты оказалась в нем на моем месте. Как думаешь, справишься? It can't be easy. Ребенок кажется всегда сложным. Представляешь, как тебе приходится. Так, не думаю... Допустим, так сделаем. Эй-Джей молодчина, Ли. Я его научила быть сильным, храбрым и самостоятельным. Ты мог бы мной гордиться. В смысле, еще больше, чем сейчас? Интересно, а как идет этот поезд? Wow. Ого! Уже такая взрослая. О! Какая взрослая. I know, I told you, I'd always знаю, что ты обещал никогда не останавливаться, Ли. Я устала бить. У меня теперь есть дом. Think you're off the hook. Значит, твоя жизнь налаживается. Home is better than это лучшее, на что я мог надеяться. Time to go, Clementine. Я пора, Клементина. You've got people that need you. Нужна своим братьям. Goodbye, Lee. Прощай, Ли. Клем, wake up. Проснись. Нам пора. We got a long walk. Нам далеко идти. Раз далеко, так пойдем. Очень крутой флешбэк был. Очень крутой флешбэк. Сли было это было очень классно. Непередаваемо. Я не знаю, как еще по времени осталось этого эпизода, но как бы все уже, он подходит к своему логическому завершению, по идее. Но я не знаю. Так, звук прогрузился, и картинка прогрузилась. Отлично. Ходяк. Звук начал опаздывать. Нифига. Зачем? По черт. А, черт. Не понял. Окей, допустим. Брррр. Мы взаправду это делаем? Обмазаться надо только тем, кто будет просачиваться входящим. Ну, я понял. А теперь дождемся, пока... Он здесь. Боже ты мой. Hello. Ребята, это Джеймс. Он мой друг. Как круто! Как добыть такую шкуру? О, я... Клементайн? Сейчас не время, его покоя. Тише, Вилли. Тише, Вилли, допустим, давай. Тише, Вилли. Тише, Вилли. Тебя кто-нибудь услышит? Шуметь это плохо. Да я не шумлю! Sorry. Извините, я помолчу. Ой, прости, что я тогда пытался тебя пристрелить. Маска у тебя как настоящая. Functional and fashionable. И модно, и эффективно. Да, эти две. Funny. Смешно. Is this the guy that это тот самый, из-за которого Клем...
Ага. Клементайн. Клементина. Может тебя на минутку? Нужно поговорить глаз на глаз. Хороший. Не расслабляйтесь. Тен, Тен, подойди. Подойди, дружище, я кое-что тебе скажу. Ходящие скоро будут здесь. Когда они пройдут через заросли, идите за ними. Они пойдут по воде. Когда мы проберемся на борт и спасем друзей. Они пойдут по воде, или я неправильно прочитал? Твои друзья, они другие, открытые, понимающие. Accepting. Like you. Как и ты. That's not usually how my first impressions go. Обычно я произвожу другое первое впечатление. Sorry, I feel like Извини, I'm я, наверное, бред несу. Так. It's just где стрелка-то? It's strange. You know, они могут стать и твоими друзьями. I know you didn't want to come into я знаю, что before, раньше ты не хотел приходить в школу, но после встречи с ними я слишком много жил без людей. But но it does sound предложение nice. Интересное. Мне надо подумать. Let me think about it. Как он ее снимает? Она же наладом дышит сзади уже. I wanted to show you something. Хотел тебе что-то кое-что показать. This is это was my boyfriend, Charlie. Что ты сказал сейчас? We joined the whispers together. Мы стали шепчущимися. Сказал бойфренд сейчас. But вы что ли? Джеймс, ты... Я-то ё-моё! Оба изменились! О чём ты? Шепчущиеся были мне семьёй с раннего детства. За это время я видел много смертей и страданий. В конце концов, я сам стал причиной. Считалось, что слабость отравляет, и я в это верил, всей душой. Дошло до того, что когда другой паренек почувствовал, чего почувствовал врагу перед атакой, ты не разговаривал. Чего? Я не разговаривал с ним. Не думал о том, кем он был, что чувствовал. Ты это к чему? Honestly, I don't even remember his name. Я, честно говоря, имя-то его не помню. What's your point, James? О чем ты, Джеймс? After he died, I kept hearing когда он умер, в моей голове продолжали звучать слова. Они как мы, но идут другим путем. После того, как я перестал убивать, я изменился. No one else did. Я вот большинство остальных, нет. Когда Эй-Джей сказал, что кого-то убил, я вспомнил их, себя. Of myself. When he said it was the right thing to do. А он так и говорил. Taking life like that вот from так, a young вот age, так отнять жизнь в юном возрасте. It breaks something inside you. И в тебе при этом что-то ломается. It broke something in Charlie. Чарли после этого тоже что-то сломалось. Чарли это вот этот бойфренд, дебил. I'm afraid if AJ я просто kills боюсь, again, что если AJ кого-нибудь убьет, дорога назад не будет. То, что дебил, короче, это все, это я не знал, я думал, он нормальный. Ладно, я не допущу, чтобы он стал убийцей. Тихорок помогает выжить. The same boy he was. Я не хочу, чтобы он убийцей. I'm not going to let AJ become я не дам AJ стать убийцей. I don't want him to change. Я не хочу, чтобы он менялся. I hope не you так. Can keep that promise. Надеюсь, обещание ты сдержишь. They're close. Они рядом. Скоро их будет достаточно, чтобы закрыть нас. I'll lead you through the herd until you reach я проведу вас сквозь их стадо. Но дальше я не пойду. Оттуда, it's up to you. Ты сами по себе. Thank you. Спасибо. Take care of AJ. Позаботься об AJ. Окей, хорошо. Okay, время пришло. He's ready to go. Он готов. The walkers are getting close. Ходящие приближаются. Руби, you're in charge of the horses. Руби, лошади на тебе. На тебе. Willy, Дэн, Вилли, Дэн, на вас припасы. And I'm in charge of the bomb. А я займусь бомбой. Find the boiler. Найдите котел. Там внизу будет дверца, за которой зола. Вот туда и кладите. See you all on the other side. Все на той стороне. I'll cut it open. Я вскрою. Чего?
Луис told me. Луис рассказал мне про Мини. That Sophie died. Что София умерла, а Мини переметнулась к ним. Это вот та дура, вот рыжая, которую мы знаем в прошлой серии. Если увидишь ее, скажи, скажи, что я ее прощаю. Окей? Пожалуйста, я бы сам не сказал, но лишь бы она была в порядке. Ее больше нет, Трен. Okay. Я ее вижу, передам. Yeah, sure. Да, хорошо. Если мы ее встретим, я все передам. Thanks. Спасибо. Как бы, в смысле больше нет, она жива. Нет? Он же про то говорит. Так, только давай честно, что мы не будем опять ходить и общаться со всеми. Как бы это не то, это будет уже затянуто. It's really happening, isn't it? Это мне не снится? Да, это не сон. Other people's lives are depending on us. От нас зависит жизнь людей. You're depending от меня зависит. Ты на меня рассчитываешь? Вдруг с тобой что-нибудь случится? Что если я не смогу? Даже не знаю, я же не смогу потом с этим жить. Ты должен попытаться. Я в тебя верю. Я в тебя верю. Я бы не попросила тебя пойти со мной, не будь я в себе уверена. В самом деле, Луис, я серьезно. Так что верь мне, пока не поверишь себе, ладно? Ладно. Хотя я не уверен, что все настолько просто. Ладно, я попробую. Но что если нас тоже поймают? Для этого ведь нужно лишь разок налажать, а я лажаю ох как. Ладно, Луис, хватит, соберись. Дай мне пощечину, а то меня заклинило. Вот сюда. Ну, раз уж со второго эпизода так началось, так что давайте сделаем вот так. Ну? Луис, you'll be okay. Все будет хорошо. Луис запомнил это. И чё? Хотел угнить, ну чё такое? It's ready. Готово. Мы же не будем делать то, о чем я думаю. Смотря о чем ты думаешь. Не об этом изучаем. Боже мой, мы... Это поможет нам смешаться с ходячими. Да вперед! Как они будут это потом отмывать от одежды, я не понимаю. Найджей больше всего намазан. Вот, кажется, готово. I think I'm ready. No, нет, you're not. Не готово. В смысле, зачем еще то? А лицо обмазать? Вся, погоди, Луис, дай прицелить. Обмазать, да, на семи Луиса. Хорошо. There. Держи. You know... Знаешь, кровь ходячих потом фиг оттирается. Тебя новая одежка. Ты мне, как они... Пойдем. Как они это оттрут от одежды потом? Братья какие-то банда, да? Братва. Ну началось! Лук, зараза! Отлично, следующий снимок. Куда лук вообще появился? Шипулук. Here we go. Поехали. Ходячие! Доберитесь. Чёрт, смысл? Что такое? Прятаться за... Нажмите Q, чтобы спрятаться за ходячими. Stay behind the walkers. Держите позади ходячих. Используйте их как щиты. Оп! Что началось-то? Я, короче, нечаянно нажал на правую кнопку мыши. Тихо, нужно вот до этих быстрее добраться. Черт. Почти. Почти успел. А бегать тут нельзя, потому что сразу же раскрою. Behind the walkers.
Use them as shields. В этот момент я нажал правую кнопку, мыши. Вовремя! О, как вовремя! Какого? За кем мне прятаться тогда? Stay behind the walkers. Use them as shields. Бегать тут можно, допустим. Рано! Не, не рано! Быстрее, 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 не успею. Там больше не осталось ходячих, какого? Ну хорошо, по левой стороне двигаемся, это я уже понял, в принципе. Двигаемся по левой стороне, потому что там больше мертвецов нет. Я убью Джеймса. Хоп! Прям чисто в свет. Behind the walkers. Use them as shields. А давайте мы, знаете, мы вот сразу вон туда пойдем. Не-не-не-не-не-не-не. А, хорошо, допустим. Теперь за этим держимся. Тогда. Может, нужно наоборот как можно медленнее идти. Stay behind the walkers. Use them as shields. Держитесь только позади них, допустим. Сейчас же раз схватил. Потом сразу же пошел туда. Да как? Окей, допустим, скорее всего, нам не туда надо проходить. Stay behind the walkers. Use them as shields. Okay.
Тогда будем идти медленнее. Тогда будем идти медленнее, и у нас будет быстрее убить. Stay behind the walkers. Use them as shields. Чуть-чуть не успеваю, чуть-чуть я не успеваю. Stay behind the walkers. Use them as shields. Ты, допустим, за вот этого тоже не будем пропускать. Очень рано. В смысле, очень поздно, наоборот, очень поздно. Подожди, как это вообще надо делать-то? Я что-то не очень понимаю. Ну-ка, я даже в прямом эфире сейчас зайду. Посмотрю. Ну-ка, давайте пока. Еще раз попробуем. Пока не дуку. Хотя я выйду в дозоре. Stay behind the walkers. Use them as shields. Стоп. Окей, допустим, я понял, как это нужно. Допустим, я понял. Хорошо, окей. Я понял примерно, что, как и что, и как нужно делать. Ладно, допустим. Вот за этим идем. Как схвати его! Допустим, все прошло, прикинь, все. Черт, лошади! Эй, бегом тушить огонь! Бабушка, это гребаный ходячий. Давай, Вилли. О, тихо, схвати его за автомат. Припасы за бортом. Кто-нибудь быстро узнает, что там творится. Ты такой слепой, не заметил. Отлично, вот наш шанс. Выходим в открытое место. Выходим в открытое место опасно, так что будьте осторожны. Допустим. Почему русская раскладка полностью?
Они ничего так проходящие-то. Я думал, они даже до входа не дотянут. Не дотянут. А они вон уже куда прошли. До птица даже. Кишки смываются. А, я так просто. Я так понимаю, их просто открыть. Вниз, куда ты? Что, совсем что ли? Хвати ее за веревку. Она взяла с собой за мной. И мне не очень хочется. Офигеть. Они прям под водой ходят. Им пофиг. Ни вода, ни огонь, ни гранаты, ничего, им пофиг. Ой, ё-моё, да, бей, смотри. По оружию ему дай. Накось. Раз. Руку-то хоть дадите. Спасибо, Луис. Луис, на луку. You okay? Ты как? I'm fine. Жить буду. Прожектор, тихо. Так. Stay close. Приведайте от укрытия к укрытию, избегая прожекторов. Так, это надо держать, я понял. Тихо, Клем. Тихо, Клемушка, сейчас все будет классно. Уйди, уйди! Уйди влево! Ну, да, я правильно. Отлично. Нормас. Подфризивает. Фризит, в общем. В некоторых моментах прям очень сильно. Давайте, скорее! Ready, AJ? Ты готов, AJ? Walkers incoming. Ходячие близко! Нет! Да не буду я их с лука убивать! Иди сюда, тебе ножом чикну. Раз! Туда тоже подошел. Я ничего не видел. Нет. Нужно было сделать по-другому. Нужно. Я не буду воевать с лука. Не буду. Это самоубийство. Воевать с луком мне самоубийство. Come on, let's hurry. Ready, AJ? Ты готов, AJ? Готов, конечно. Я даже не буду целиться. Ну, допустим, хорошо прицелиться. Просто так выстрелил. Может, даже в голову попал. Теперь можно я отойду немножко влево. А? А! Сразу иди сюда. Вот так-то. Быстрее, Клем, сейчас еще они бегут. И, конечно, еще бегут, вон. Узяк пошла. Ну, какой-то движ сейчас будет, чувствую. Какой-то движ, я тебе отвечаю. Чего никто не заметил, почему это... Хотя на них невозможно понять, убиты они ножом или пистолетом. Ой, или любым другим огнестрельным оружием. Не видно, понятно. Ну, хорошо сработали прямо. Очень хорошо сработали. Действительно, очень хорошо сработали. По времени, в принципе, хорошо укладываемся. Думаю, сегодня закончим, если не будет никаких сильных движений прямо. Вошли на сам корабль. Чё началось? Не надо так делать. Пожалуйста, загрузи мне картинку. Стрелять начали. Спасибо за картинку. Мы уже близко. Найдем котел, заложим бомбу, потом вызволим друзей. Мини сказала, что... Что пленник... А, на какой-то палубе держит. Да. Я помню. Берегись чего-то. Я улезу. Отлично, я разведаю, что впереди, и дам сигнал, когда можно будет идти. Так. Эй, Джей, налево. В смысле? Заложи бомбу в бойлер мой. Не понял сейчас. Тихо, аккуратней. Вали отсюда, лысый, вали. По добру, по здоровому сваливай, я сказал тебе. Так, сразу же дверь. Проверить дверь, ну давай, Катрем. Ну, да.
Тут средней весовой категории мужик-то бы не справился с такой дверью. А тут девочка лет 17. Так, тихо, там, по-моему, что-то было, вот валялось. Не, значит, показалось. Ну, вряд ли бы она стала собирать фигурки здесь, действительно. Проверить дверь. А, они все со мной! Эй, Джей прям молодец, держится, очень хорошо держится. Заметил, эй, кто там? Я тебе говорю, возьми нож, вставь ему в ногу, сделай подножку, и дыри. Вот все. Аккуратненько сейчас сделаем. Сейчас все будет. Давай для начала собьем его с ног, мне кажется, это будет проще. Опа, раз! Да че? Смыть! Успел. У него был мой нож? Что? Я не успел нажать S. Я не успел нажать S. Да как? Какого лешего почему? А, все, она его убила, окей, допустим. Shit. Черт! Чё, Луис, так и надо делать? Hey, check this out. Чего? I think it's the boiler. Эй, гляди! Это котел, это похоже на котел. Да, похоже он. That's where we need to plant the bomb. Нам нужно заложить There's немного бомбу. Stuff in the way. Тут такой завал. Maybe there's another way in. Поищем другой путь. Да, Эй-Джей молодец, закрывай двери. Было, если бы я не стал заходить туда. Она бы же меня не заметила, наверное, нет? Хотя не факт. Это попень была? Мне показалось, что да. Чувствительность не шали. А, это уже не я играю. Wait here. Жди здесь. Я с ним разберусь, да? Нужно его сбивать с ног по-любому, я тебе отвечаю. Откуда? До свидания. Блин, при Джей нельзя такого делать. Точняк. У вас есть шедевр Митча. Бум и никаких больше рейдеров. Действительно. There you go, Mitch's masterpiece. Я верю в тебя, шедевр Митча. We all love and support you. Мы все любим и поддерживаем тебя. Once they start up this boat, we когда они раскрутят котел, у нас будет совсем немного времени до выхода. Сколько? Hour, не знаю точно. Час. Полчаса. Видимо, нам лучше поспешить. Луис, ты, конечно, сказал. Сказал мне тоже. Найдите своих друзей. Естественно, надо поспешить. Туда я не пойду. Да не вижу смысла, в принципе, в этом. Все, лестница. Тихо. Чё это? Минерва. Походу, кто-то что-то врубил соседей. Yes, ma'am. Да, мэм. Ага, сестрица, здравствуйте. У меня есть братик маленький, лицо со шрамом. Он ведь не там? Look, мы уже обсуждали это. Твой дом теперь Дельта. Твоя семья там. Заткнись, дура. Yes, ma'am. Да, мэм. Да, мэм. Есть, мэм. Такая вот дичь, мэм. No way we can get заметно для нее. Там нам не пробраться. Туда нам не пробраться. Знаешь, бум, мне незаметно. Откуда лук она постоянно берет? Здрасте. Get убирайтесь out. Отсюда. Not without our people. Только вместе со своими. I swear to God, ей-богу, если за вас Стэн угодил в это. Just tell me, скажите только, что он в порядке. Give me that. Дэн сказал, что прощает тебя. Нужно обязательно ей это передать. He told me to tell you. He он попросил передать, что прощает тебя.
Конечно, нехило такое ответвление. Один родственник там, другой там. Блин. I'll help you get everyone out. Я помогу вам всех вызволить. Потом берите Тена и сваливайте. Get him back to where it's safe. Отведите его в безопасное место. Come on, we have to hurry. Скорее, нужно торопиться. Clementine? Holy fuck! Твою мать! Oh my god. Здрасте! Are you okay? Господи, как ты там? Hurt. Кажется, он в порядке. Я в порядке, мы в норме. Get Violet first. Иди сначала к Violet. Пусть знает, что ты тут, что ты здесь. Herself. Помоги им. We don't have a lot of time before Dorian comes. Времени мало, Дориан скоро вернется. Это баба это? Вайлет, где там? Луис, give me a hand. Луис, поможешь? Yeah, sure. Да, конечно. Проведать Вайлет. Вайлет. Fuck, Мини. Какого черта, Мини? Заходи в камеру, живо. Ё-моё! Предательница. Тен тебя любит еще. Слышь ты. Ты брата родного предаешь. Алло. Нельзя так делать. Не-не-не. Она получается, она предала родного брата. Нельзя так делать. Привет, Вэль. Вай. Ви. What happened? Что случилось? Okay? Ты в порядке? Тен, мне просто не разговаривай, потому что я ее не спас. We're here to take you home. Мы пришли забрать тебя домой. Я искала тебя. Когда меня схватили, я видела, как ты дала им забрать меня. I'm just supposed to forget that. Предлагаешь все забыть только потому, что ты пришла за мной? Some fucking friend you are. Луису нужна была помощь. Луис wouldn't have stood a chance against these guys. Не было шанса против этих ребят. Но я знала, что ты с ними справишься. Конечно. What's wrong with you, Vi? Что с тобой, Ви? Come on, let's get the hell out of here. Пошли, нам нужно убираться. No, Clem. Нет, Клем, с меня хватит. Все это лютая фигня. So хрень. At least here I have Minnie. Здесь у меня хоть есть. Don't act like you know her. Не говори так, будто знаешь she ее. Tried to escape. Она пыталась сбежать вместе с Софи. Софи убили. Она сказала, если я буду сопротивляться, то они убьют Мини. Из-за тебя мы только и делаем, что терпим боль, погибаем. I'll stop you myself. Я тебя остановлю. And don't think I won't. Слышь, Вайлет, так не дело, конечно. Так, ладно, если сдадимся, то все погибнем. Они пытаются тебя запугать. Если сдадимся, то все погибнем. We can't give up now. Нельзя сдаваться. Если они заберут нас, свою общину, то мы все погибнем. So what? Your plan так что, is to speed up что the ты хочешь, process? Ускорить процесс? Whatever you do, делай, leave me делай что хочешь, но меня в это не втягивай. Ты тут просидишь, а ты думаешь, что ты тут выследит? Да тебя убьют, они все равно рано или поздно. В расход просто путь, и все. Сколько давайте выберемся отсюда, во что ли? Попробуем как спаситесь. Крутое задание, спасибо большое. Так, там что-то было, по-моему, нет? Или это все. Так, какая-то стена. Подожди, стена. Взглянуть на царапины. А! I'm not staying here that long. Так долго мы тут не задержимся. Во-во! Так, взглянуть на лист железа. Нет, я не на то посмотрел. Клем, ты в порядке? Я в норме. Где Эй-Джей? Сюда! Здорово. Thank God. Слава Богу. Is Vi all right? С Ви все в порядке? She's saying she won't help Она сказала, что не будет нам помогать. Are you serious? Ты серьезно? We're not moving Мы yet. Пока не уходим. So так, что у нас есть, так что у нас есть еще время. Наверное. Наверное. Пока они не раскочегарили эту лодку. Взглянуть на щеколда, допустим. У меня тоже такая же. I might be able to chip away at this, if тут I had можно расковырять, только вот нечем. Разве что... Damn it. They must have taken Черт, away my knife. Ну что, меня забрали. Естественно. Эй-Джей. Эй-Джей. Do you still have your knife? Может, все еще у тебя? Yeah, they didn't find it. Да, они только большой нашли. Отлично. Толкни его ко мне. А, это тот самый маленький, да? Огрызок какой-то. Подожди, я для начала взгляну на лист железа. Все?
Хорошо, допустим, где-то мужик там. За точком. Да, 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 это тот самый грызок. Ты ничего мне не сделаешь, надеюсь. Валик, ну это не дело, конечно. Это не дело, ни в коем случае не дело так делать. Шила и Джи. Вот. Так, короче, это в в оранжевой окантовке, значит, это подействует на нашу судьбу. Но как это подействует? Так, никого нет, отлично, Клем. Давай, начинаем. Расковыривай. Ё-моё! Эй, что бы ты там ни делал, прекрати. Поверь мне, оно того не стоит. Назад! Она проснулась. Она проснулась? Да, мэм. Идёт, зараза, идёт. Я эти мозги все вышибу. Дальше я сама. Ну, приветствую, Лили. Дебили, сейчас тебе в глаз-то дам через эти решётки. Блин. И здравствуйте, предательница. Брат своего, как ты родная, предала. Где Абель? Умер, мы убили его. Fuck, you little monster. Ты маленькое чудовище. Эджи Фатилбов, это сделала я. That was my call. Это я ему велела. I killed him myself. Я убила его своими руками. Убана, Кольт, отойди. У тебя есть ножик, аккуратненько подними его, засунь себе в рукав. Допустим, окей, так тоже можно сделать. Минерва. Минерва. Open the door. Открой дверь. Yes, ma'am. Да, мам. Они у нее все, короче, на побегушках. Normally the trouble you caused. Пристрелила бы я тебя и выбросила за борт таких кого? But I'm genuinely impressed. Но тебе удалось меня впечатлить. First you organize these idiot kids. Сначала ты собрала банду из малолетних балбесов, потом убила двух моих лучших солдат, потом пробралась ко мне на борт под прикрытием стада. Если вернусь в Дельту с такой роскошной добычей, как ты, можно считать, что эта странная миссия выполнена. Юная, смотри, твоя миссия провалилась. Отпусти остальных, я не буду сражаться за тебя. Твоя миссия провалилась. Я тебя уничтожу. Когда ты напал на нас, Лили? Твоя миссия с самого начала была ошибкой, и ты облажалась. Ты даже в клетке не перестаешь огрызаться. Ничего, это пройдет. Знаешь, мой отец Ларри был военным, когда я была маленькой. У него на все были правила. The thing that bugged him most. Больше всего я его раздражала расточительность. Если я оставила свет в комнате, он выходил из себя. Но как он не ругался за счет счетов за свет, я всегда забывала его выключить. И однажды он вырубил на моих лестницах в качестве демонстрации, чтобы показать, что у поступков бывают последствия. Мы остались без телека, без фена, без сэндвичей с мороженым. Мне этот Ларри никогда не нравился. Just a miserable family sitting in the dark. А я помню его отца. Я всегда ненавидела твоего папашу. Right from the start, when he с самого начала, когда он пытался выставить Дак из аптеки, где мы прятались, это я еще помню. Ему было плевать, что они думают. У отца были свои недостатки, но он показал мне, насколько ценны уроки, подкрепленные. И, значит, это был урок, вот как... Тихо. Видишь, даже она! Опусти, опусти, опусти! Она не опускает. Ножик валяется. Так это заточка? Что это значит? Как я ее теперь достал? Надо было хотя бы за батарею запнуть. Я хочу рассказать тебе одну историю. Назовем ее «Притча о близнецах». Две девочки забрали из дома и увезли в новое место. Я
Прекрасно понимаю, о ком они говорят. Им пришлось оставить семью и друзей, и поначалу было тяжело. Но они пролили немало слез. Но новое место оказалось хорошим. Люди там выращивали пшеницу и свиней. И близняшки впервые за многие годы наелись досыта. Они вымылись, надели чистую одежду, получили свои кровати. Им даже выдали ружья и научили стрелять. Местные жители были добры к девочкам. Все, что требовалось от них взамен, помогать коллективу обороняться. Видишь ли, кругом было много врагов, убийц и воров, положивших глаз на общинное имущество. А близнецы тоже так думают? Они нуждались в помощи, или они потеряют все, что они построили. Their crops, their power, в конце концов. Even their lives. I wonder if that's how интересно, the twins что сказали бы сами близняшки? One of them would. Одна из них согласилась быть с нами. One of the girls saw that одна из девочек поняла, что за эту землю стоит бороться, и перестала плакать. Это ты, да? Twin, но другая близняшка, она так и не смогла забыть старый дом. Она отвергла все порядки и отвергалась в порядке взносов, создавала проблемы на ровном месте. Она подначила сестру украсть плот и сбежать по реке. Конечно же, далеко они не уплыли. Что случилось потом, Минерва? Минерва, стерва. I killed her. Так это ты ее убила! Shit, как ты могла? Какого черта? Это правда? Родную сестру? Зачем? She was twisting my head with она морочила мне голову враньем. And? И? I made a mistake. Я совершила ошибку. Мне нужно было показать свою преданность новому дому. Like it or not, you're one of нравится тебе это или нет, Clem, но теперь ты в моем отряде. Вопрос в том, какой из ближайших ты будешь? Преданный? Или мертв? Вы заморочили ей голову! Луис, успокойся, я буду послушной только... Откройте эту чертову дверь, она сказала! Kind of the reaction I expected. Примерно такой реакции я и ждал. Какое моего молчания? I'm not kidding но мне around. Не до шуток. Ты скоро это увидишь. Я тебе врежу по первое число. Мораль истории, да, придется донести ее нагляднее. Стой! Стой! Не тронь Луиса, или получишь. Остынь, пацан, а то сам получишь. Черт! Тихо, идем. Нет, Клем, пожалуйста! Иджи, давай! Позвольте Иджи атаковать! Ногами, давай! Рыжик! Молодец! Он укусил ее за ухо! Эй, Джей! Офигеть, он откусил! Он откусил ей половину уха! Мелкий дебил! Нет, прекрати! Достаточно! Я сказала, достаточно! You deserve ты заслуживаешь смерти. We'll kill you. Мы тебя убьем. You think you can kill me? Думаешь, сможешь меня убить? Конечно, смогу. We'll throw you in the river. Мы бросим тебя в реку. Офигеть, уже план уже. Big talk for a little guy. Громкие слова для пацана. No, I can do it. Я сделаю все возможное. I killed Marlin. Я убил Марлина. Я поступил правильно. Я поступил неправильно. Бах. Хорошо. У Джей уже все вообще предначертал. Так это ты убил Марлина? I bet you'd make a great soldier. Leave him alone. Оставь его в покое. Это наше дело. Клем seems to care a lot about you. Кажется, Клем тебе очень за тебя очень переживает, да? Come on. Пойдем, поболтаем. Только мы вдвоем. Не-не-не-не-не-не-не. Не смей его трогать! Клем, нет, пожалуйста! Клем, Эй-Джей! Присмотри за ней, Минерва. Лили, не надо! Раскочегаривай эту хрень! Мы поплыли отсюда!
Блин, сейчас все взорвется! Хватит! Не смотри на меня так! Я тебе сейчас нос открущу! Это единственный способ выжить! Ты это сейчас серьезно? После всего, что ты натворила, ты будешь ей помогать! Вот-вот! Брата своего родного предала! Офигеть! Минерва, закройся! Давай, Клем, давай! You just decided, hey, I'll work with these people. They seem friendly enough. Куда? Не ловит, вот ты не понимаешь, что произошло. Блин! Да подожди ты! Какого черта вы все делаете? Стой! На! Дура! Зачем дверь открывала? Клем, behind you! О, началось! Нажимаем как можем! Стоп, Минерва! Минерва, перестань, предупреждаю тебя! Что тут происходит, забери! Минерве дай, порожек! Клем, быстрее! Дориан, нет! На! Я не успел. Я просто не успел. Я нажал Е. Надо было нажимать Q. Клем, behind you! Клем, сзади! You're the fucking problem here! I won't let you get them all killed. Я не дам тебе отправить их домой. Я тебе сейчас накостыляю. Луис, молодец, серьезно. Не, это точно не я. Дориан, нет. На! До свидания! На! Все! Разобрались! Мой нож! I'm sorry. Просто простите! Ну? С нами или как? Вот мне пофиг, делай что хочешь! Вайлет, не Вайлет, чё ты? Вайлет, нам пора уходить! Нет! Мы заложили на судне бомбу. Какая к черту бомба? Мич погиб. А ты проваливай. Нужно убраться отсюда. Идите, я найду Джей. Я могу. Я справлюсь. Хорошо, увидимся на суше. Обязательно. Вот мне, естественно, на нее так пофиг сейчас, на эту Вайлет. Просто так сейчас потеряем человека, действительно. Вайлет неплохая, но сейчас... Нет, ни в коем случае. Пофиг, пусть она дуется. По барабану. Черт, котел запустили. Ну пойдем аккуратненько, что уж теперь делать-то? Мы направляли твою энергию. Уберись, Дэй Джей. Я знала Клементину еще до того, как все это началось. You'll come around too once you see what we have to offer. Ты тоже придумаешь, кто же придумал? Кого сделать, не понял? Много еды и уютные постели. Once you see what we have to offer. Plenty of food, comfortable. Много еды. Чего? Нашли тут одного на пристани. Тин. Тин. Fuck. Tennessee. Did you get lost? Ты потерялся? Мэм. Мэм, он был не один. А тебе показали вам еще кое-кого. Видели? This way. Сюда. Раз. Found this in the herd. Гляньте, какого мы нашли. Ё-моё, и Джейкс. No wonder there were so many walkers. Неудивительно, что нам было, что там было столько ходячих. Must have thought you were clever leading those walkers here. Что-то там вы очень умные. Если это все Клементина придумала. Мне что сказать? Я тебе нифига не боюсь.
Is that so? Да ну. Ты ломаешь людей. Потому что боишься. Потому что слаба. Я даю людям цели. И слушай ее, Эй-Джей. Что касается таких, как он, Эй-Джей, он слишком сломленный, чтобы вписаться в общину. Они не способны сражаться. Ни за кого, кроме себя. Нет! Вот ты неси! Тише, Тен. Не трогай его. Вообще, перестань трогать людей, пожалуйста. Ногу и выстрели. Так, давайте все успокоимся, хорошо? Отдай мне моих друзей. Опусти оружие. Опусти их всех. Всех нас. Иначе... Ладно, давай, действуй. Спаси своих друзей. That's what you came here to do, isn't it? Ты же для этого пришел, так? Oh, I see. А, ну ясно. You came here to ты пришел поплакать. Looks like you're not a soldier. Похоже, ты не солдат. Пожалуйста, не надо! Эй, Джей, пускается, не знаю как кто. Так, и нам пора. Тихо, пистик. Прекрати! Тут одно, там другое, я не успеваю! Что такое-то? Я не успеваю ни на что нажимать. В принципе, вторая серия, как и у прошлого эпизода, в принципе, такая же по времени. Да в смысле, я нажрал! Раз! Клем, вставай! Что нужно нажимать? Я буду нажимать! Не-не-не-не-не-не-не-не-не! О, ну если я тут... Это была большая ошибка! Все коту под хвост! Ой, Джей, молодчина! Все. Пистолет. Стреляй. Эй, Джей, погоди. Я сдаюсь. Видишь? Стреляй. Положи оружие, и я всех отпущу. Мы с командой плывем, и больше вас не беспокоим. Вранье это все. Эй, Джей. Она не опасна. Опусти оружие. Тебя не было там внизу. Ты не видел, что она нашла нас способна. Она пыталась всех нас перебить. Не надо стрелять. Фраза, последнее слово за нами. Это уловка. Вот именно, что это уловка. Я делаю то, что я считаю правильно. Я не хочу умирать. Давай, Эй-Джей. Все, мне пофиг, что скажет Джеймс. No. Но патрон тратить было не обязательно. Эй, Джей, хватит! Сделали то, что было нужно. Это было все вранье. Я не приду, я Lily, не так... Other... Я не тут учим. Что вы натворили? Вам всем конец! Ой! Черт, бомба! Эй, Джей! Конец? Да.
Я найду все вот это вот. Допустим, Тен пропал. Тен благодарен вам за то, что вы заступили за него, Питер Билли. Тен благодарен вам за то, что вы пообещали сказать Минерве, что он попросил. Вайлет пропала. Вайлет отвергала причины, по которым вы ее не спасли. Вайлет ненавидит вас за то, что вы ее схватили. Эйджей пропал. Эйджей стал не по себе, когда вы убили Абеля, не дав ему превратиться в ходячего. Вы разочаровали Эйджея, когда сказали, что невозможно доказать, останется ли... Блин. Эйджей почувствовал себя всемогущим, когда вы сказали ему застрелили. Минерва пропала. Минерва была ошарашена, когда вы сказали, что Марлон убил Броди. Минерва приуныла, когда вы сказали, что Тену было бы стыдно назвать ее сестрой. Минерва была духом, когда вы узнали, что Тену и простил ее. Джеймс пропал. Джеймс был благодарен, что вам за то, что вы проявили уважение к его взглядам и не пожалели ходячих. Джеймс пришел в восторг, когда вы сказали, что ходячие могут быть не так уж и просты. Джеймс был потрясен тем, что вы сказали Джей убедили. По-другому нельзя было. Лили мертва. Лили не удивилась вашему молчанию после того, как она попыталась заставить вас сотрудничать с ней. Абель мертв. Абель немного успокоился, когда вы пообещали пощадить его. Луис пропал. Луис смутился, когда вы сказали, что вам не интересно, из-за чего его отправили в Эриксон. Луис благодарен вам за то, что вы позволили Эйджею помешать Дориану отрезать ему палец. Остальные в ужасе. Рози беспокоится за всех. Вилли оживился, когда вы согласились дать Бомби имя. Руби расстроилась, когда вы заметили, что родители отправили ее в Эриксон за дело. Чего я такого не говорил? Из 6, да? Хорошо, ладно, давай на этом заканчиваем. Все, эпизод был крутым, он был лучше, чем были предыдущие два эпизода. Безусловно, лучше. И мне, и я думаю, вам это понравится. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм, ссылки поставишь, на ролики по ходячим мертвецам, потому что ждем 4-й эпизод. Ждем, когда он выйдет. И тоже не выйдет, собственно, с вами. Пойдем. Все, всем до встречи, всем пока.